Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гея. Мы сегодня мы играем в финалочку на Сирадми Ролиплей, 4-й сир. Монитесь легенда Путбуль. Не забывайте вводить манипулистрации. И также специально для моих подписчиков есть промокод. Пишите МН, 10-й пункт промокод и промокод КГЕЙМ. И только вы играете 7 часов, вы получите 50 тысяч. Поэтому обязательно используйте мой промокод. Итак, короче, сегодня у нас будет такая миссия, невыполнимая, может быть выполнимая. Нужно продать вот эту машину. Это у нас Гелендваген, он, во-первых, у меня сломан. Во-вторых, у меня вообще нет бабок, чтобы его починить. У меня всего лишь, пацаны, 8000. Поэтому сейчас мы будем пробовать продать этот гелик. Но в первую очередь нужно его доставить на Бурынок. Поэтому сейчас я вызываю механика и тогда уже продолжим. Так, вот приехал механик. Так, 6000, так, ляй. И давайте я сяду сзади. Так, наоборот, открываем. Я сажусь и можем ехать, в принципе, на Бурынок. У меня остается всего лишь, пацаны, 2000. Так, пока мы едем, давайте я объясню, почему я вообще решил продать гелик. Потому что у меня вообще бабок нету, времени работать у меня нету, даже желания у меня нету работать, потому что, ну, блин, я не могу, я не успеваю, и желания донатить тоже у меня нету, поэтому я решил продать гелик. Сейчас эта Лиза везет нас на Бурынок. Ну, конечно, в сломанном состоянии машины некрасиво продавать, но другого выбора у меня нету, потому что, чтобы починить его, нужно будет заплатить еще 5000, которых у меня нету. Надеюсь, мы сможем в этой серии продать его. Если не сможем, то все равно, думаю, это будет интересно. Интересно, такая миссия невыполнимая, грубо говоря. Поэтому с вас, пацаны, без на лайки. Ну что ж, погнали. Когда уже приедем на Бурынок, я продолжу. Да уж, она, короче, не хочет меня везти никуда. Куда мне нужно, она везет меня сюда. Блять, я попросил, мне нужно не сюда. Да уж, у меня денег нету, чтобы починить. Алёша, блин. Да, меня тупо чувак только что убил. Просто подошел и меня с пистолета убил. Ну, такое себе на самом деле, блядь. Я, блядь, никому ничего плохого не делал. Чё, блядь, за хуйня? Я не понимаю. Чё, блядь, за бред? Я просто хочу продать гелик. Во-первых, гелик привезли туда, куда нужно. Во-вторых, меня просто какой-то долбоёб убил. Алис какой-то меня убил, короче. Просто, блядь, я просто хуею. Так, все, я вылечился, меня вылечили за 250 рублей. Так, мне нужно теперь где-то найти 2500, поэтому сейчас мы, я думаю, побежим на шахту, но перед этим я добегу до дома, возьму тогда Феррари, чтобы передаваться нормально, и тогда уже продолжим. Так, меня догнал врач, говорит, что меня банули, типа, что меня вылечили за 250 рублей, а нужно было за 200. Я у него попросил 2500. Печально, печально. Ладно, удачи, давайте мы напишем. Удачи, удачи. Все, вот поэтому я и работаю. Ну ладно, все, погнали тогда за Феррари. Так, наконец-то я добежал, давайте пишем car, Ferrari, загрузить. Фух, слабо, что она не на штрафстоянке, сейчас бы, бля, я охуел бы просто. Так, гелик у нас стоит на СО, ну хуй с ним, зато не буду теперь за его. Бать, конечно, это баба Лиза такая тупая. Я, блядь, сказал, нужно мне до Бурынка. Она тупо, я ей пишу, что назад, блядь, мы не туда едем, она тупо игнорит и едет, сука, в СТО, блядь. Просто какая-то дура, серьезно, я не понимаю таких людей. Кстати, почему продаю гелик, а не Ferrari? Да потому что Ferrari, во-первых, самая быстрая машина на сервисе. Во-вторых, у Феррари износ, и ее особо дорого не продашь. Я упал за 5 миллионов. Но гелик я смогу продать это за 2,5 миллиона, 3 миллиона примерно. За такие деньги я смогу его продать, поэтому я думаю, вполне нормально. Если мы в этой серии его продадим, то в следующей серии я пойду в казино на 500 тысяч и попробую, в принципе, поднять. Ну а сейчас я направляюсь сюда на ферму и там уже буду работать. Показывать, как я работаю, я не буду, потому что, ну, в этом нету смысла. Я, в принципе, уже снимал об этом серию, как я работал на ферме. Там довольно-таки неплохо платят. Я думаю, буквально за 10 минут я смогу заработать 3500, даже больше. Поэтому сейчас мы быстренько едем, работаем и едем обратно в СТО, чиним гелик. И потом уже едем на Бурынок, пытаемся его продать. Так, все, я сделал пару подходов. По идее, должно мне этого хватить, чтобы мне дали там, ну, 1004, наверное. Я получу по-любому, поэтому сейчас идем, забираем свои бабки и едем, блин, в СТО. Блин, я так не думал, что так проблематично продать гелик. На самом деле, так, закончить работу. 2800. Да ёб твою налево. Еще работать придется, пацаны. Все, ухожу на паузу, короче. Все, наконец-то мне должно хватить. Все, садимся в Феррари и едем в СТО. Блять, если я сейчас гелик не починю этот вонючий, то это будет очень хреново. Еще его починить надо, потом на нем доехать будет. Надеюсь, там бензин есть. Блять, в Феррари мало бензина, как вы можете заметить. Все очень как-то хреново идет. Надеюсь. Я же говорю, пацаны, нельзя, эта миссия невыполнима. Я в начале ролика сказал, потому что это такой геморрой, что пиздец. Так, вот, ремонт двигателя, все, начали ремонтировать. Давайте я закрою багажник, блядь. Тоже мой гелик, сука, разворвать. Бать, гандоны просто. Я не понимаю, что такое пиздец происходит реально на Радмире. Серьезно, не в обиду проекту, но серьезно. Я просто приехал починить гелик, меня убил какой-то пидрас. Я приехал, мой гелик кто-то открыл, открыл багажник, все почистил, блядь, хотя там нихуя не было, по сути. Какой-то реально пиздец просто происходит.
Да, блядь, как заебал ты, долбоёб, дэмить, сука. Конь его, иди нахуй, я не вижу. Конь его, иди. Иди нахуй, долбоёб, сука. Конь его, иди. 90, 69. По-моему, 69, если я не ошибаюсь. Давайте на него репорт напишем, что он дэмит. Да, 69. Репорт, 69, дэм. Так, жалоба. Чё, ебать, иди нахуй, гандон. Серьезно, просто какой-то гандонище ебаный. Ты ж съебался с моей машины, дебил. Все, вроде бы того дауна посадили. Так, да, продаю. Да, продаю. Того дауна, короче, вроде бы как посадили, либо он с игры вышел. Короче, я написал на него репорт, но почему-то в чате ничего я как бы не увидел. А, по-моему, это его наказали или нет? 2.5. Так, Карпас, давайте я покажу ему. Карпас 34. Мерседес. Посмотрим, что он мне скажет. Карпас ему покажу, короче. Так, все, чувак у меня покупает. Блять, неужели я продам его? Просто, блять, наконец-то. Аллилуйя, просто. Сам чувак меня, прикиньте, сам чувак меня нашел и покупает у меня гелик, блять. Это просто реально что-то сверхъестественное. Потому что, блять, я его чинил, меня какой-то гандон дэмил. В итоге чувак приехал ко мне, я и решил купить у меня гелик с 2.5. Я думаю, 2.5 это недорого, в принципе. Поэтому, блин, я его продам уже, хрен с ним. Мне лишь бы его продать, потому что меня он заебал за эти полчаса уже. Так, как там продавать, я просто не помню. Так, давайте я его заглушу, пропишу кей. Уже есть покупатель. Уже есть покупатель. Sell car. Sell my car. Или как там? Sell my car, по-моему. Как там команда? Так, ID 3-4, 2,5 миллиона. Так, Mercedes. Продано. Так, 2,5 миллиона я ему кинул. Все. Так, давайте я пишу тайм. C060. Все, я его продал. Наконец-то, 2,5 миллиона. Все, у меня есть бабки, теперь все будет заебись. Серички, пацаны, будут выходить теперь стабильнее. Потому что была проблема именно в бабках, то, что я не мог его продать. Поэтому сейчас будет все заебись. Все, пацаны, на этом я буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, вводите мой ник при регистрации, вводите мой промокод. В следующей серии мы пойдем уже в казино. Всем пока-пока.